Всем привет! Сегодня будем готовить очень сытный мясной салат, который наверняка оценят все мужчины. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Посыпаем солью. И мнем хорошо руками до выделения сока. Перекладываем лук в миску. Уксус разбавляем водой в соотношении 2 к 1. Две части уксуса, одна часть воды. И заливаем им наш лук. Оставляем мариноваться не меньше, чем на 20 минут. В это время займемся мясом. Можно его порезать соломкой, но лучше всего разделить просто руками на небольшие пучки волокон. Если есть жир, при этом жир удаляем. Теперь добавляем горошек, лук без маринада, майонез. Перчим, солим по желанию и хорошо перемешиваем. Вот и все. Сытный мужской салат из мяса готов. Перекладываем его на тарелку с листиками салата и подаем к столу. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.